Барыга. Барышка, барыга. Кирилл, как, не холодно? Да нет, нормально. Смотри, ты вообще полегенький, да? Ну да. Даже куртку не взял. Не рассчитывал. Чтобы у вас на поле никого не было. Можно 10. Чтобы у вас одно отсутствие ветром сдул. Баня готова, по желанию. Ты рад, что ты дома? Пересмотришь меня? Я очень рад поскорее бы свалить со стадиона домой. Потому что сегодня выходной день, а завтра опять работа. Как тебе стадион-то наш обновленный? Как обычно, все топчик делают. Там. Еще осталось только раздевалочку обновить, вообще будет секс. Как тебе стадион наш? Отлично. Так холодно. Холодно? Это тепло. Сегодня жара просто. Серьезно, это жарко. Раздевайся тогда. Что там насчет? Подогрев, главное, чтобы включили на пол. Расставы, чтобы иния не было. Все тренировались сейчас. Да. Вот и кочек нет. Иван Сергеевич, как вам стадион? Отлично вообще. Просто отлично. Ну, конечно, сейчас уже считается, что с беговой дорожкой как-то это уже не футбольная атмосфера. Не своевременно, не современно. Но, конечно, далековато. Избалованы уже те зрители. Подаю футбольный, зрелище поближе. Ну, что сказать, все равно красиво стадион. Боже мой, я здесь был последний раз игроком в 85-м году. Это сколько же прошло-то? Чё-то считать много надо. 33 года. Да? 33 года, да. 30 лет и 3 года ждали встречи. Да. Ну, был в 81-м, здесь в 82-м, по-моему, в 83-м был. Ну, тут, по-моему, вот это, по-моему, было, насколько я помню. Сколько, может, что-то обновлённое. Ну, да, как не холодно, думали, холоднее будет. Да нормально, шикарная погода вообще. Ветра нет? Играй не хочу. А город как-то успели из окна автобуса посмотреть? Из окна автобуса. Я приехал ночью и уезжал в темноте тоже утром. Сейчас посмотрел, узнал эти горки. Ага. А трамвай просто ночью видел, вечером. Видел даже трамвай такой в форме букашки. Ага. Может, уже стилизирован там под ретро. Но-то я помню, просто букашка такой поднимался тут по пригорку. Так что примерно вот мы как сейчас будем тренироваться, такая погода. Сейчас вот солнце... А стос игра в 7, то есть она еще чуть-чуть позднее, через час. Тут важный момент, чтобы, если ветер бывает. Ветер бывает, и холодно. А если вот ты такой, то сейчас более-менее. Как нормально, более-менее. Вообще, ну... Вообще шикарно. Ну. Побегать такой легкий морозец. Нет, более хороший. А? Сах опасно. Наверное. Почему это опасно? Ну, у них же есть... Ну, у них же есть эти все... термобелье. Термобелье у них под трусы, ну, конечно. Потому что температура другая, реакция мышечная совсем другая. Че, пойдемте в тренажерный? Да, идем. Пойдемте, Ирина Сергеевич. Ну, здесь 105 на 68, правильно? Да. Ну, прям сразу чувствуется, вот, даже штрафной. Ага. Георгиевич, как ощущения? Феноменальные. Давно мечтал попасть в такой вот климат хороший. Хороший климат? Да, да, нормально, сухо все, солнце есть. Немножко прохладно, а так очень. У нас солнца много. 300 дней в году солнце. Это вот, вам видишь, не Москва. Как? Это, пожалуйста, город все для солнца. Игры. Поле хорошее, солнце есть. Что еще нужно?
чтобы реализоваться. Наступает момент реализации спортивной формы. Вот это наш ключ. Вчера, ну так, в зале. В зале где? В Казани. А до этого? До этого игра была последняя. А, с Норвегом еще? Да. Играл сколько? 35 минут. Точно, замен вышел, да? Крайне защитный. То есть ты тренированный? Ну да. Поглядим, какой ты тренированный. Должен быть. Жора, ты был здесь когда-нибудь? Да, он там сидел. Что ты там делал? Я сидел. Зачем? В смысле зачем? На замене? Ну да. Ну как, не холодно? Вышел самолет и трясло же. Серьезно? Правда? А потом уже нормально. Так это тепло, ты что? Тепло? Конечно, серьезно, это не холодно. Не, ну сейчас тепло. Сейчас. Давай, а микросовки не надо, микросовки. Подумай, что прилетел сюда. Туба холодно? Нет. Нет? Как в Турции. Добро. Форм маленький, ворот. Обратно. Ники, ну-ка покажи, чему в Корее научился. Все?